Когда Софья была маленькой, она даже не представляла, что когда-нибудь станет великим ученым. В 8 лет папа нанял ей учителя. Тот сразу заметил, что у девочки математический талант. Софья росла и все больше увлекалась наукой. Она мечтала поступить в университет. Но в те времена женщинам в России не разрешали учиться. Но Софье не хотелось всю жизнь гладить белье и печь пироги. Девушка вышла замуж за молодого ученого Владимира Ковалевского, и они вместе уехали в Германию. Там она смогла продолжить учебу. Один немецкий математик, профессор Карл Вейерштрасс, согласился учить талантливую Софью. Девушка достигла небывалого. Она стала первой в мире женщиной-профессором математики. Больше о ее интересной и совсем непростой жизни читай в книге Анны Герасименко «Софья Ковалевская».